Ну какая тварь тебе уши оторвала, а? Как он живет? Бедняжка. Джон. Что с ним? Его туда нельзя. Его к Наталье можно. Не хочет. Давай, Джанка. Мой волосый. Сколько школе надо? У него и сладкий. Пока. Да положи пока людей вон там. Шлюшкой спал. Не рассмотрели. Что, поехали? Джан, блин. Я на Facebook все. Мальчик, девочка? Мальчик. Я же посмотрела. Ты мой хороший, а? Джон. Да. Его надо в клетку сначала. Породистый? Он, мне кажется, полупородистый. Он очень красивый. Какие мой хороший. Пока не перепутаться вообще, но он сажается маленький. Он перекармливает его в том случае. А потом, уже дней через пять, надо его обязательно дать суспензию. Он будет стол, но немножко, да. Тогда вы что? Эй, пошли, пошли. Пошли, на бабушка. Машине? Да, да, да. Давай, давай, мой холосый. Давай, 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 давай. Давай, мой холосый. Давай, мой давай, 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 давай. Опа. Пошли, пошли. Есть там кто-нибудь у дверей? Закрой. Раздели меня. Эй, нет. Все. Ч. Пошли, пошли. Так, здесь он может быть. Руслан, как там дела? У двери кто-нибудь есть? Аккуратно открывай себе. Ну, уже легко сказать. Все. Да, тебя хоть за один будет. Сейчас, секунду, держи так.